Стоять, колота! Стоять! Стой! Никитос? Саня Белев, 20 лет, братан! Все-таки хорошо, что я тебя встретил. Дело есть одно. Большое. Ты про Фаберже знаешь что-нибудь? Ты ювелир такой. Короче, у нас в Краеведческом уже полгода его яичко пылится. Есть один человечек, он за это яйцо готов нормальные бабки выложить. Ну давай как в детстве, ты голова, я руки. Так, нам пора. Говорите. А конспирация? Мы ничего не должны знать друг о друге. Вдвоем мы не справимся, нужно еще два человека. Зачем? Да, блин, вы же ничего не хотите вроде знать. Это Боря Черемшанский, сын тети Вари, сестры бабы Кати, он нам сигналку вырубит. Здорово, Рима. Борис. По пивку за успех нашего безнадежного предприятия. Пока дело не сделаем, ты не бухаешь. Вот он, сокол мой, ясно. Стоять. Я видела, как ты на мои сиськи пялишься. Ничего я не пялился. Какого цвета у меня лифчик? Ты без лифчика. Ну чего, когда идем в музей Гравити? Спокойно. Я сейчас все расскажу. План такой. Какой? Если вас арестуют, я могу представлять ваш интерес в суде. Чувак из морга сказал, нужно пару минут, чтобы все вырубились. Не волнуйся, я долго могу не дышать. Смотри. Сейчас, сейчас. Просто давно не практиковал. Раз, два, три. Вы кретины и дегенераты. Ага.